Как сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан, сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. В начале беседы глава нашего государства от имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравил президента Мун Чжэ Ина и дружественный корейский народ с Днем образования Кореи и традиционным праздником Чусок, выразив теплые пожелания мира, благополучия и процветания. Лидеры Узбекистана и Южной Кореи предметно рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, особого стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия и регулярного продуктивного диалога на разных уровнях в целях минимизации последствий глобального распространения коронавируса для узбекско-корейского многопланового сотрудничества. Президент Узбекистана также искренне поблагодарил своего коллегу за оказанное Южной Корее практическое содействие в организации эффективной борьбы с пандемией, во внедрении передового опыта профилактики и лечения этого заболевания. Достигнута договоренность о дальнейшей тесной координации на уровне Министерств здравоохранения и других заинтересованных организаций, в том числе в области совершенствования лечебной методики разработки и обеспечения доступа к вакцинам. В ходе разговора особое внимание было уделено подготовке повестки предстоящих встреч на высшем уровне. В частности, президенты рассмотрели вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, формирования благоприятных условий для роста товарооборота и усиления кооперации, включая расширение необходимой правовой базы и содействие в продвижении деловых инициатив. Поручили правительствам двух стран продолжить всемирную поддержку реализуемых 65 совместных проектов инвестиционного, финансово-технического и гуманитарного сотрудничества, прежде всего социально значимых программ в области здравоохранения и образования по линии Корейского агентства международного сотрудничества и Фонда экономического развития и сотрудничества. Кроме того, будут предприняты скоординированные меры по наращиванию портфеля перспективных проектов с участием ведущих компаний и банковско-финансовых институтов Узбекистана и Южной Кореи, который в настоящее время уже превышает 4 миллиарда долларов. В завершении телефонного разговора главы государств вновь подтвердили решительную приверженность дальнейшему укреплению многогранных отношений, основанных на прочных узах многовековой дружбы и продвижению полномасштабного практического взаимодействия. Беседа лидеров прошла в традиционно теплой, конструктивной и дружеской атмосфере.